В Ирбите стартовало первенство города по футболу среди взрослых команд. Участие принимают 8 команд предприятий города. Вчера на стадионе «Юность» прошли первые матчи. Команда МЧС-60 сыграла в ничью с «Уральцем». Итог встречи 2-2. Команда «Терра» со счетом 3-0 одержала победу над второй командой молочного завода. А вот первая команда молочного завода праздновала победу, забив по итогам встречи в ворота «Урал-Офис» 2 мяча, не позволив сопернику реализовать ни одного момента. Футболисты МЧС одержали победу над «Патриотом» со счетом 1-0. По итогам первого тура в лидерах «Терра» следом за ними первая команда молокозавода. На третьей позиции пока футболисты МЧС. Игры первенства города будут проходить по вечерам каждую среду на стадионе «Юность».